Здравствуйте, меня зовут Амя Амер, я представляю Республику Ингушетия. Это третья попытка попасть на новую звезду. Когда мне написали, вы прошли, я думаю, о, так, а что делать-то дальше? Родилась я в творческой семье. У меня мама актриса, папа учился на дирижера. Видимо, мне как-то там на роду написано, чтобы я занималась чем-то творческим. Я поступила в театральный, Российский институт театрального искусства ГИТИС, в мастерскую Валерия Борисовича Горкальна, которого, к сожалению, не стало вот буквально недавно. В данный момент я работаю в Ингушском государственном драматическом театре имени Идриса Базоркина. У меня Ингушетия ассоциируется с очень богатым фольклором. Но моя просто самая любимая часть ингушского фольклора – это проклятия. Мы их называем сардамыш. В Ингушетии обычно их говорят не со злостью, не так, чтобы обидеть, а просто, ну, знаете, как присказка. Могут сказать: «Ой, какая ты красивая, чтоб ты задохнулась». То есть на русском это звучит так, но на ингушском это звучит очень мило. Но я так специально для всех участников придумала такой небольшой сардам-пожелание. «Уаждуах илеш, туа согаш санна, хози сирдехалт». Чтобы песни, которые вы будете исполнять, были словно молния, яркие и красивые. Что-то я сегодня нервничаю прям. А ты пробовала Рикицен РД? Он и волнение помогает снять, и стресс.